Всем привет! В этом ролике рассмотрим набор безмолвной ракушки. Узнаем, как получить и все цены на каждую вещь в наборе. Ставь лайк и пиши, какой набор хочешь видеть в выпуске. Приятного просмотра! Чтобы открыть весь набор, нам понадобится одно достижение. Заходим в репутацию. Дальше вкладка «Золотодержцы». На первой странице находим хранитель затонувшего золота. Это сундуки-затопки. Можно найти на затопленных кораблях. Также на кораблях NPC-скелетов. За это достижение мы получаем скины на корабль, оружие, инструменты, экипировка и одежда. Полная стоимость набора 2 990 925 золота. Ну а теперь каждый элемент отдельно. Первым делом рассмотрим корабль. Общая стоимость 1 512 000. Цена штурвала 165 375 золота. Паруса стоят 330 750 золота. Корпус стоит также 330 750 золота. Флаг корабля 23 625 золота. Носовая фигура 330 750 золота. Якорь 165 375 золота. Пушки 165 375 золота. Так выглядит набор на бригантине. Ну и, конечно, как смотрится этот набор на галеоне. Дальше на обзоре оружия. Пистоль, дальнострел, сабля и мушкетон. Общая стоимость 477 225 золота. Стоимость пистоля 127 575. Дальнострел стоит 127 575. Стоимость сабли 94 500 золота. Мушкетон нам обойдется 127 575 золота. Теперь инструменты. Общая стоимость 504 225 золота. Сейчас играет банджо, и стоимость у нее 47 250 золота. Ведро стоит 25 650. Стоимость компаса 37 800. В простонародье балалайка 38 475 золота. Барабан 47 250. Удочка 86 400 золота. Лира 38 475. Фонарь 25 650 золота. Часы 37 800. Лопата 24 975. Рупор 31 050 золота. Подзорная труба 51 300. Кружка с грогом 12 150 золота.
Экипировка на нашего пирата. Общая стоимость 150 525 золота. Повязка на глаз 41 175 золота. Крюк 54 675. Протез на ногу 54 675. На очереди одежда. Полная стоимость 346 950 золота. Пояс 18 225. Ботинки 18 225. Платье 72 900. Перчатки 18 225. Шляпа 91 800. Камзол 91 125. Штаны 36 450. Вот такая безмолвная ракушка. Пиши, как тебе. Надеюсь, формат нравится, как набор корабля. Не забывай про лайк. Пока-пока.